Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в горы, в район Демирташ. Мы сейчас с нашим другом едем в каньон Сапа-Дере, который находится вдалеке от Алании, так скажем. Это при район, который идет к водопадам каньона Сапа-Дере. Поездка продолжается, едем в сторону каньона Сапа-Дере. По пути мы остановились, тут продают аксессуары, какие-то подарочки, сувениры. Сейчас глянем, что тут есть. Это дорога, которая ведет в Сапа-Дере каньон. Это дамочка. Это все мне. 150 лет. Деревянная лодочка, что это. Ручное изделие. Там тоже у нас ручное изделие. 250 лет вот такая зеркальце. Ага. Часы. Какие-то интересные дерево. Стульчик. Вода. А, сюда надо ставить воду. Это все ручная работа. А, вот здесь пиво. Кажется, и оттуда течет. Все придумали. Светильники такие интересные. Bunun fiyatı ne kadar abla? Bunların fiyatı ne kadar tahmini? Это 600 лир стоит. 175 лир. 55 лир. 250 лир. Это 250 лир. Если вы используете промокод мистер Агаси, вас тут и забьют. То есть скидочку вам сделают. Так. Используйте этот промокод. Может, цена будет подешевле. Я им дал знать, что я их порекламирую на канале YouTube. Здесь посмотрим, что это. Пиноккио. Здесь немножко дорого. Нужно оптовой. Но ручные изделия более-менее интересные. Все вот такие штучки, магнитики, ожерелья. В этот раз я ничего не забираю отсюда. Так, все, продолжаем путь в сторону каньона Сапа-Дере. Дорогие зрители, доехали мы до каньона Сапа-Дере. Вот тут такой ресторанчик. Там у нас речка, водопад маленький. Ну и, короче, идем вперед. Тут долго ходить, где-то, наверное, 400 метров среди гор. Посмотрим. Вот такие горы там. Я пойду вперед и потом продолжу съемку. Угу. Шляпу у меня забрали. Верни шляпу. Стоит вход 12 лир. Если у вас больше 12 лет, выше 6 до 12 лет, 6 лир вход. Мэрабала. Ага. Привет. Ха, красота. Я тут несколько раз был. Просто проходишь, да? Да, уже поставили этот вход, уже сделали с чеком. Раньше бесплатно можно было входить. Ой. Вот такой мостик. Я тут порой купаюсь. Там есть впереди водопады, откуда я прыгал. Так.
Я буду жмать паузу, чтобы показать более красивые места. Здесь ступенчатое все идет вверх. Вот какая красота. Турция, I love you. О, даже домик скворечницы сделали. Милота, красота. Просто йо-ху! Ну, видите, какие красивые горы впереди. Красивые деревья. Вот, я здесь прыгал уж, не здесь, впереди, сейчас покажу. Вот какая чистая вода. Шляпу забрал, входит тут. Идем дальше. Вот такой подъемчик маленький, небольшой. Там впереди есть даже ресторанчик, можете сесть, покушать, попить. Вот такие скалы тут, между скалами, речки. Там водопад типа капает, но зимой точно там много вода. Вот, я прыгал оттуда, там высота 6.40. Но не советую. Вода плюс 6 градусов, ледяная. Пойду дальше. Вот так. Здесь у нас мини-водопад. Я вот сюда можно спуститься, можно искупаться. Я вот оттуда прыгал, там где-то 11 метров. Но если прыгаете, то не головой вниз, ногами, потому что где-то 5 метров в глубине есть большой камень. Я даже ногой туда задевал. Красота! Красотища в водопаде! Я сюда еще вернусь. Я люблю экстрим. Вот какая красота! Водопады, водопады. Течет, течет, все течет. Горы, природа, Аланья. Как не жить в этой... в этом городе? В этой любимой Турции. Каждый уголочек красив по-своему. Ну, как мне описать? Вот. Вот такая красота. Вот. От радости у меня порой слезы. Сколько я тут не был, столько я ее больше люблю. Вот. Самый большой водопад в самом конце этого каньона. Мистер Мачо впереди уже, вот в красных шортиках, забрал шляпу. О, есть еще один мини-водопад такой, озеро. Можно
искупаться тоже. Мистер Мачо, здесь под скалом есть такой ресторанчик. Видите? Такое интересное место. Вот здесь такие цены. 25 лир пива, 10 лир кола, 10 лир фанта. Лучше купите с собой, закиньте в портфель, а то здесь вода нужна. Вот под скалой прямо ресторанчик. И собачка есть. А ты так один. Идемте дальше. Все. Вот. Вот такое дерево интересное. Видите, да, природа так выжила. Очень интересно. А где бак и чего выжимаешь? Да что? Вот. Идемте дальше. Вот такой проход туда вверх. Прохладно тут. О, вот это конец. Доехали. Дорогие зрители, мы почти в конце каньона Сапа-Дере. Вот такая красивая девочка чуть. Такая маленькая. Вот. Чистейшая вода. Здесь можно спуститься очень скользко, осторожно, можете упасть, если будете спускаться ради фоток. Здесь вот такая красота. Да, там вот. Я спущусь вниз. Надеюсь, я не упаду, потому что там фоткаются. Подойди, не падай. Оп. Зайду я в холодную воду. Здесь я могу упасть. Вот. Да-да. Ну, здесь глубоко. Вот такая красота. О! Все, дорогие зрители, мы отдохнем, сфоткаемся и пойдем в другое место отдыхать. Всем хорошего отдыха, веселья, радости, прогулок по земному шару. Но, как говорят мне многие мои клиенты, знакомые, друзья, Алания одна из самых лучших мест на Земле. Все, с вами был мистер Агачи, без шляпы сегодня, из солнечной Алании. Район Сапа-Дере, Демир Стас. Всем пока-пока.